Чих-пых, чих-пых, что у нас тут показывают? Так, давайте сядем, посмотрим. Как всегда, ну говно. Пошлите, покатаемся. Утрица добрая сегодня. Прям вообще добрая. У меня тут вон квадрик. Но это все неинтересно. Нам нужно настоящее авто. Да. Но на таком авто мы не покатаемся точно. Поэтому надо его собрать. А это значит, что сейчас мы будем собирать. Погнали, что ли? Где у меня колонка моя? Сейчас мы зло подрубим и будем работать. Так, где моя колонка? Где колонка? Вот она. Чук. Да ёкарный сыр, чё ничего не бомбируется? А, вот, всё. А я не понял. А где четвертое колесо? А, ну я дебил, я его вставил. Ну ладно. Фары, 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 бем. Ты чё светишься? Почему одна такая красивая, другая нет? Сложный ответ. Да чё вы так светитесь? Куда это? Чё это такое? Левый передник. А-а-а!
левый передний поворотник. Так, вот еще один. Блин. Все. Радиатор. Так. Ты что дерешься? Так, приборная панель. Откройся, откройся. Чпинг. Левое переднее. Не понял. Левое. Левое. Переднее. Что вы горите? У меня, блин, у меня машина, походу, бракованная. У меня у него горят уже. Кто мне это говно продал? Я назад ее сдаю, реально. Мне ее сначала продали, всю разбитую, вот такую, видите, разбаренную. Сказали, собирай. Все. Жесткий вазик, тазик готов. Так. Открываем багажничек. А в багажничек у нас сейчас пойдет немного вкусненького заливного. Что у нас тут? Нет ничего. Ну как я ожидал, как я и думал. Так, дровишки. Тут тоже ничего нет. На кухне есть что-нибудь? Я хочу с собой что-то взять. На пикник сейчас поедем. Так. Да блин. Нет, что ли? Где все? Может, стул взять с собой? Шкафы вообще не открываются, что ли, у меня? Блин, хозяева дом продали, шкафы не починили. Что в холодосе? Значит, сегодня без заливного. Без разливного. Ну и фиг с ним. Поедем сейчас кататься. Ё-моё. Может, на квадрике? Да хотя ну нафиг. Вот он. Так. Я забыл. Если нам пробьет колесо, надо положить запаску. Вот так вот. Все. Все, запаску положили. Багажник закрыли. Если что, у нас запаска есть. Что еще можешь положить? Это что такое? Фиг, говно какое-то. Все, поехали кататься. О чем без номеров? Блатные такие. Так, над ворота открыть. Это грандец будет. Если я разобьюсь. Время 6 часов вечера, а я собираю тачку до сих пор. И руль отдай. Садись. О! Ну чё, сейчас как старые добрые. Так, где ее заводить? А вот. Катаюсь, почему все?
Поехали. У меня все дома. Да, все, точно. Все, отстань. Хотя не, стой. У тебя хавчик есть? Ну иди. Сколько время? 5 утра. Ну, бодрячком да поехали. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы.
Выходим. Так. Так. Входим. Чё мне бабушка ворота не открыла? Я не понял. О, бабушка, привет. Да, привет. Привет, привет. Всё, иди в дом пока. Всё, я пошёл. К бабушке, всем до скорых встреч, всем пока-пока.